мы, Евразия Групп, привезли на рынок Казахстана революционный датчик-сенсор, революционный продукт, который изменит представление фермеров о том, как нужно работать. Датчик FarmLab от Stenon – это просто чудо, которое изменит настоящее уже сейчас. А в будущем будет работать по всему Казахстану. Stenon FarmLab – это уникальное устройство, производящее анализ почвы всего за несколько секунд. Сенсоры измеряют температуру, влажность, показатель pH, а также наличие таких микроэлементов, как азот, фосфор, калий, магний и органических веществ в почве. Если говорить о функционале данного датчика, он конкретно заменит любую агрономическую лабораторию. Как мы сейчас или вы сейчас, как фермеры, привыкли работать? Если вам нужно отобрать какие-то образцы проб почвы, вы обращаетесь в лабораторию, к вам приезжают, забирают анализы почвенные, везут вашу землю куда-то в лабораторию, делают этот анализ, и на это уходит от двух недель до трех месяцев, грубо говоря. Кому-то повезет, будет быстрее, но решение нужно принимать здесь и сейчас. Вот данный сенсор даст вам это решение. Главное преимущество в том, что все данные фермеры получат сразу, сэкономив время. Новый анализатор почвы позволит аграриям оптимизировать методы выращивания, поднять урожайность и качество продукции. Почему мы говорим, что это революция? Потому что данные вы получаете с датчика здесь и сейчас. Они отправляются в веб-платформу сразу же после отбора почвенных образцов. Ваш агроном или агроном фермера видит данные показатели и может принимать единственно правильное решение. Супер результат за буквально каких-то 5-10 минут и, соответственно, выезд в поле для скаутинга. В сельском хозяйстве следить за состоянием почвы важно. Ведь фермер, прежде чем приступить к весенне-полевым работам, должен знать, в каком количестве и в какие сроки нужно вносить удобрения под конкретную культуру. И в этом умная революционная лопата от Stenon облегчает жизнь аграриям.